О том, что хлеб всему голова, мы знаем с детства, из рассказов дедов и прадедов. Годы военного лихолетия ленинградская блокада научила нас из поколения в поколение относиться к нему как к живому существу с особым уважением. Чебоксарский хлебозавод номер один уже более 80 лет бережет хлебопекарные традиции. В год человека труда вышла в свет книга об истории предприятия и его работниках. Героиней книги стала и директор Елена Бадаева. Горячий, мягкий, с хрустящей корочкой, с неповторимым ароматом. Отломить горбушку хлеба по пути домой стремились все дети. Уж очень вкусная она тогда казалась. Состав дарницкого хлеба от Чебоксарского хлебозавода номер один с того времени остался неизменным. Предприятие бережет стародавние традиции, когда хлеб был без всяких добавок, и развивает новые технологии, стараясь разнообразить ассортимент. В книге подробно рассказано о самых интересных страницах истории предприятия. Мы, создавая эту книгу, опирались исключительно на документы, на архивные документы, на личные воспоминания, фотографии из личного архива самой Елены Игнатьевны. Придя на хлебозавод 18-летней девушкой, она и не думала, может быть, что свяжет свою судьбу с этим заводом, с хлебом как таковым. Мечтала стать она, кем только не мечтала быть, Елена Игнатьевна, и космонавтом она мечтала стать. По сути дела, она космонавт своей профессии стала. Это человек... легенда. У нее многому можно научиться. Сама Елена Бадаева до мельчайших подробностей помнит начало работы на заводе. Были времена, когда она совмещала две должности – штамповщица сушек и директора. Приходилось выходить в ночную смену, потому что людей не хватало. Если людей принимали на работу, они еще не умели штамповать сушки. А за непоставку сушек мы платили большие штрафы. Поэтому приходилось работать в ночное время как рабочая бараночного цеха, а днем руководить заводом. Каждый год производство расширялось. Появлялись все новые и новые изделия. В столице республики открылись фирменные магазины. Теперь наряду со знаменитыми бадаевскими сушками и баранками здесь продаются и торты. 30 лет на посту директора сделали Елену Игнатьевну самым узнаваемым человеком в юго-западном районе столицы республики. Она депутат Государственного совета Чувашии нескольких созывов. У меня мама участница войны, инвалид, на костылях. Общительная женщина, но ей редко удается выходить. И вот Бадаева Елена Игнатьевна, она делает всегда вот на день пожилых, в школу приглашает. Так как мама моя не доходит туда, она на дом даже подарки приносила. И как трогательно было вот этой женщине, маме моей, вот такую доброту чувствовать вот от этой женщины. Она вот не обижала. Но она, понимаете, она и про пожилых помнит, и про учеников помнит, и все, всем все помогает. Книга о хлебзаводе уже нашла своих читателей. В первую очередь, это работники завода и жители района, где уже столько лет работает предприятие. Вся история творилась на их глазах. Электронную версию книги уже можно прочитать в интернете. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.